Медицинский работник колледжа Московия Жасмина Наврузова рассказывает, приезд в учебное заведение бригады медиков для проведения вакцинации стал ежегодным. Для удобства, опять же, наших сотрудников колледжа. И каждый год мы вакцинируемся, ставим витамины, либо прививки от гриппа и выполняем данную процедуру. Показана вакцина, в частности, тем людям, которые входят в группу риска. Это больные пожилого возраста старше 65 лет, это люди с хроническими заболеваниями, сердечными и легочными, но не в стадии обострения. Также учащимся с 1 по 11 класс, работникам медицинской отрасли и образовательных организаций. Перед вакцинацией обязательный медосмотр. Прививку не делают, если есть противопоказания к процедуре или симптомы острых респираторных заболеваний. Наличие аллергической реакции на яичный белок, компонент вакцины, и также, в принципе, наличие аллергических реакций на вакцины в прошлом. Также заболевания в стадии обострения хронические. Прошли вакцинацию прямо на рабочем месте 7 сотрудников колледжа. Среди них Иван Роднов. Это очень удобно, на месте, здесь никуда ходить не надо. И для собственной и общественной безопасности. Мы работаем с детьми, поэтому это нужно делать каждый год. Врачи рекомендуют делать прививку от сезонного гриппа именно в начале сентября. Пик роста заболеваемости у нас ожидается стандартно в зимний период. И поэтому людям нужно заблаговременно позаботиться о формировании своего иммунитета к данному вирусу. И необходимо прививаться в начале осени. Это самый лучший период, так как для того, чтобы организм успел насинтезировать антитела против вируса, ему необходимо время. По меньшей мере это недели две, но в среднем от месяца до двух. За неделю выездные бригады врачей для удобства пациентов в рамках прививочной кампании посещают более 15 различных организаций и учреждений. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.